Здравствуйте, это программа «Ревью», и мы начинаем. А я знаю, чего ждать от казахстанского проката в ближайшие полгода. В Алматы прошла презентация сразу 8 кинопроектов. К слову, нашумевшую комедию «Санары Батырхан» уже раскритиковали. Такого кинокомба еще не было. Режиссеры и актеры 8 казахстанских проектов поделились эксклюзивными кадрами картин, которые находятся в стадии доработки. Чингиз Капин пришел представить сразу две ленты – криминальную драму «Неделимая» и «Финансист. Игра на вылет». С чего начнем? С главного – брокеры. Кто вы вообще такие? Я хочу помочь вам спасти завод. Спасателем, что ли, работаешь? Обе ленты – режиссерские дебюты. У меня большое желание работать с людьми, которые это делают впервые, либо они только начинают учиться, потому что, как правило, те, кто уже сняли несколько своих картин, и являются там известными казахстанскими режиссерами, у них абсолютно свой круг общения, свои уже актеры, им привычнее работать с одними и теми же людьми. Жанровое разнообразие представленных новинок порадовало кинокритиков, ведь на ивенте презентовали спортивную драму, криминальный экшен и даже анимационный фильм. Только вот очередная комедия ничем не зацепила. Мангоска! Да, Мангоска! Я не понял проект «Инстаграмщица», то есть я посмотрел тизер, и я как-то не увидел в нем юмора. Я увидел какие-то типичные стандартные кривляния, избитые шутки. Я думал, что должно быть смешно. Макпалы Сабекова и Нурлан Албан пришли поддержать первый казахстанский 3D-анимационный фильм «Фабрика чувств», в котором озвучили главных героев. Ребят я поддержала, потому что они такие первые в своем роде, смелые. Я озвучивала маму Моаны на казахском языке. Я озвучивала Скарлетт Йоханссон в «Мстителях» во второй части. Артарнга тазаломинах полдом. Я работала также над проектом «Храброе сердце». Известно, что создатели «Фабрики» вдохновились американским «Зверополисом». Что из этого получилось, узнаем только летом 2018-го.